стараюсь людей не снимать, а то мало ли скажет что-нибудь, что снимаешь, типа там. Вот в этом доме я живу. Постоянно сбивается это зум. Установил новую программу для съемки, замена системной. Просто ужасно. Я уже извиняюсь за корявые съемки такие, но пытаюсь снимать незаметно, потому что мало ли кому-то это не понравится. Опять, видите, в чем дело. Ничего. Зайти, что ли? Вот, походу, дома строили, и не строили. Свалка. Ходить-то, честно, не хочется. Надо отсюда выбираться. Все, подняться. Вовнутрь или не надо? Не фанат я лазить по таким местам, но уж так и быть, ради видоса. Ну, здесь все понятно. Обычный недостроенный дом. Вонища стоит ужасная. Поэтому просто выходим отсюда. Не так-то это просто.
Где? Ладно. Будем искать выход. Лестницы нет. Вполне возможно, что это для того, чтобы всякие психи не поднимались на верхние этажи. Ее просто кто-то забрал. Здесь тряпка лежит. Одеяло. Возможно, тут спят бомжи. Выходим отсюда. Неприятное место. Второй дом, я думаю, можно и не ходить. Там все то же самое. Возможно. Я думаю, заглянуть в него. Тут насрато везде. Уходим. Как не зайти, а? Опять тряпки. Уходим. Чье-то место. Там стоит кресло с одеялом. Видимо, какие-то бомжи тут живут, что ли. Поэтому, ну нафиг. Мне жарко стало. Ну и третий дом. То есть, строили 4, получается, дома. Тут вообще один фундамент. Ну тут все понятно, я думаю, можно на это восточное заходить, опять какие-нибудь кресла, какие-нибудь матрасы будут лежать, и грязь, и вонь. Здесь же опять куртка какая-то, опять грязь, опять насрата везде. Валяется кресло. Вот. Там даже прохода нет. Походу. А, не есть, но я туда не пойду. Я не настолько псих. И там, да, там то же самое. Просто фундамент и все. В общем, делать нечего. Поэтому пойдем дальше дома смотреть. Нормально. Не заброшенные. Торговый центр Святейшевский. Вот так вот. Строили и не достроили.
Вот тоже то ли усадьба какая-то, строили, реставрировали, и так все и бросили. Блин, опять что-то строят, как обычно. А тут... Так, я не туда пошел, да? Блин. Вот. Тут у нас храм. Тут банный комплекс большой. Так это не доставали. Вот не знаю, что это, усадьба, что ли? Что-то такое. Вот у нас тут бани Алексеева, как написано. Там, наверное, не видно, наверное, на видео. Если верить сайту, сюда приезжал даже Олег Газманов в эти бани. Банный комплекс очень большой и, походу, очень дорогой. Вот. Район Кузнечики, он большой довольно. Что я тут забыл? Я сам не знаю. Это называется, по-моему, бульвар 65-летия Победы, если я не ошибаюсь.
Конечно, лучше всего здесь, наверное, летом. Тут там особо делать нечего. Сейчас. Если камера сильно прыгает, то вы уж извините. Ничего не могу сделать, у меня плоскостопие, поэтому я так хожу. Поликлиника. На меня тут смотрят как на идиота. Хожу, короче, с телефоном и снимаю то, что, в общем-то, ничего удивительного такого особо не представляет из себя. Придется мне отсюда сваливать, тут как-то недобро смотрят на меня. Пойду отсюда. Еще район дальше продолжается, он настолько большой, что все не обойти. И в основном вот все вот дома везде, да, дома такие, ничего интересного.
Тут дома можно посмотреть. Вот я не знаю, что это, по-моему, какой-то детский учебный центр, что ли. Подготовительный, хрен знает. Я в кузнечке особо не хожу. Вот по этой же причине, по которой сейчас здесь нахожусь, потому что я каждый раз здесь теряюсь. Хорошо, что не стал идти дальше туда. Артем! Артем! Все, кажется, вышел чуть-чуть не с той стороны, с которой надо было, но вышел. Кузнечики, маркет какой-то. Thank you.
какой-то там бухгалтерский центр, я не знаю, что это значит. Вот дом тоже, он уже очень давно. Очень давно заброшенный. Я еще, по-моему, в школе учился, когда его начали строить. Еще района Кузнечки, наверное, не было. Точнее, может, он был, но не такой большой. Да, пожалуй, это самый большой заброшенный дом из всех, что не доводилось видеть. Наверное. Он стоит уже. Ну, не знаю, если мне 32, а он еще уже, по-моему, мне было 16, он уже был заброшенный. Стадион какой-то, не знаю, откуда.